Друзья, ну что, я рад вас всех приветствовать на очередном, на новом марафоне онлайн-школы «Остров Пасхи». И в этот раз он называется «Две рубашки». В этот раз марафон посвящен расхламлению, посвящен борьбе с вещизмом, посвящен борьбе с грехом, который православие называют мшалаимством. И в более глобальном смысле он посвящен тому, чтобы мы с вами научились очистить свою жизнь, очистить внешнее пространство для того, чтобы легче было углубиться во внутреннее, внутрь себя, для того, чтобы легче было жить той жизнью, которой мы хотим с вами жить. И как я говорю в начале практически каждого марафона нашей онлайн-школы «Остров Пасхи», в конце марафона, вот в данном случае через 2 недели, если ты будешь выполнять все задания, если ты будешь четко следовать тому пути, который мы для тебя выстроили, твоя жизнь не сможет не поменяться. Она улучшится, она будет более прекрасной, более свободной, более приближенной к Богу. Это то, что мы не можем гарантировать, но что мы можем пожелать, и я от себя лично сделаю все для того, чтобы это у тебя получилось. А сегодняшнее первое занятие мы посвятим тому философскому, религиозному как бы подкладу под наш марафон. А для чего нам все это нужно будет? Для чего нужно будет вычищать свои шкафы? Для чего нужно будет выбрасывать ненужные старые документы? Продумывать иначе хранение? Для чего вот эта генеральная уборка в течение ближайших 2 недель предстоит в наших с вами жизнях? Я хочу несколько разных мыслей вам набросать, над которыми стоит подумать, но и интересно, что сегодня мы про них услышим, а через пару недель, а может быть даже раньше, вы в своей жизни ощутите то, о чем я сегодня рассказал, это правда, и это реально круто. В первую очередь я хочу вам напомнить различные фразы из Евангелия, которые нам Господь оставил так или иначе, сам сказал, либо через своих учеников, через пророков, нам напоминал, нам говорил. Вот само название марафона называется «Две рубашки» наш марафон. Это слова Иоанна Крестителя, ну там было 2 хитона, по-моему. То есть, когда его спросили, обычные мирские люди, обыватели, как нам спастись, как прийти к спасению, он сказал, что вот если у вас есть две рубашки, то одну отдайте. Одну оставьте себе, одну отдайте. То есть, поделитесь чем-то. Мы взяли эти слова за название марафона по той причине, что у всех людей, я уверен, что я не погрешу против истины, у всех людей, которые пришли на марафон, у них больше 2 рубашек. И это фигурально. И рубашек больше, и футболок больше, и денег зачастую больше, и каких-то вещей по части посуды больше, всего больше. И вот возникает вопрос, а почему мы эти свои 2 рубашки не раздаем? Почему мы так сроднились с вот этими вещами, и для нас это так сильно важно. У многих людей есть психологическая травма из 90-х годов. Вот если наше нынешнее поколение не претерпевало конкретно таких, которые были в 90-х годах, катаклизмов по части того, что вот все в магазинах там ничего нет, а если есть, то купить не на что. Либо в советское время там, да, по талону взял, где-то что-то вырвал, иначе никак, надо покупать хотя бы вот то, что есть, берем, выложили шубу в магазин, у тебя нет пока даже жены, но нет, ты берешь эту шубу, чтобы потом, возможно, когда-нибудь она тебе пригодится, и вот обменяешь вот этот дефицит вещей, который существовал, дефицит денег, который существовал в 90-е потом годы, это все привело к некоторому надлому психики у многих людей того поколения, и старшее поколение, это люди, у которых очень сильно зачастую захламлены квартиры. Мы будем разбираться, мы будем это лечить на нашем марафоне. Но вот есть такая причина у них. А если глубже, духовнее копнуть, мы вспоминаем другое место из Евангелия, где сказано «не привязывайтесь к земному», где сказано, что «ищите прежде Царство Небесное, все остальное приложится вам». Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, где ржавчина, где воры, собирайте там, на небе.
сокровища. А здесь на земле не надо ничего копить, собирать. И вот ключевые слова сегодняшнего занятия. Ключевые слова такие. Дальше в этом отрывке Господь говорит: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Давайте еще раз мы послушаем эти слова. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». И это ключевая проблема, которая связана с нашим вот этим большим марафоном, с нашей большой темой. Где наше будет сокровище, там будет наше с вами сердце. Простыми словами, то, к чему мы будем привязаны, то, о чем мы будем больше всего думать, того, чего мы будем больше всего желать, о чем мы будем мечтать, размышлять, представлять, думать, как купить, покупать, там будет наше с вами сердце. А наше с вами сердце должно быть отдано Богу. «Сыне, дашь мне твое сердце», так говорит Господь. Это звучит отчасти, может быть, страшно, «дай мне свое сердце», но Господь не какой-то там вампир, да? Господь имеет в виду, что думай обо мне, помни обо мне, отдай всего себя мне, и только тогда ты будешь счастливым. Только если, вернее, чем ближе ты приближаешься ко мне, как бы говорит Господь, тем более ты счастлив, тем больше твоя жизнь полна, тем больше твоя жизнь спокойна, тем больше твоя жизнь зависит от чего-то постоянного. Вот если мы свое сердце отдадим Богу, то Бог — это тот, кто никогда не подведет, кто никогда не оставит, кто всегда будет любить, кто никогда не бросит, кто у кого есть сила и жизнь, кто наполнит тебя вот всей своей любовью, и ты будешь счастлив. Если ты свое сердце будешь отдавать тленным, земным вещам, привязываться к земному, смотрите, одежда, она нам не поможет в трудных ситуациях, да и вообще не даст ощущения счастья. Какие-то гитары на стене, если они лишние, они тоже не помогут. Компьютеры, гаджеты не помогут. Посуда не поможет. Даже, если честно, даже люди-то очень часто не помогут. Только Бог. А у сердца у нашего есть вот это важный тоже аспект. Есть лимит, есть некая лимитированность. Мы не можем, как тоже сказано в Евангелии, одновременно служить двум господам. И Богу, и Мамоне. И небесному, и земному. Нам придется всегда выбирать что-то одно. Невозможно будет усидеть на двух стульях. Это очень сложно, это невероятно, это просто невероятно. Пожалуйста, запомните, поймите эту важную вещь. То есть, к чему мы устремляем свое сердце? Рабом того мы становимся. Либо мы будем рабом земного, земных вещей, земных каких-то целей, либо мы будем рабами небесного. И вот нам с вами в конце марафона, давайте, я обычно спрашиваю, чтобы вы сами себе цель какую-то поставили, но мы завтра об этом будем говорить, но поставьте, постарайтесь глобальную все-таки цель на этот марафон, чтобы научиться не привязываться к земному. Ну, это звучит очень высокопарно, звучит очень сложно, за 2 недели вы этому точно не научитесь. Но хотя бы какой-то важный шаг к этому мы сделаем. Как минимум осознание этой проблемы, что мы очень сильно привязаны к земному, что как только у нас выдается свободная минутка, мы думаем о земном, мы не вспоминаем про Бога. Если у вас более-менее все хорошо, и у близких тоже, да, то мы свободную минутку про Бога не вспоминаем. В лучшем случае мы думаем о земном. Где-то купить, а это продать, а это ремонтик сделать, а вот хочу вот эту вещь или эту вещь. А на работе вот это надо сделать. А денег вот так вот я заработаю. Туда-сюда, и ты моешь посуду, и вот это все, оно падает в твой мозг, крутится в твоем сердце. Там нет места для Бога, нет там места. А в худшем случае, как только у тебя выдают свободную минутку, то на тебя нападают страсти, блудные мысли, желание сделать, там, взять в руки телефон, полистать, что-то еще, одно, другое, третье, съесть что-то сладкое там. А вот это все... Это в худшем случае тоже в тебя проникает. И там тоже Бога нет. И получается, что мы свою жизнь проживаем вне Бога. Между тем он сказал, напоминаю, ищите прежде всего Царствие Божьего, Царствие Небесного. Все остальное приложится к вам. Ищите общение с Богом. Все остальное приложится. Будут деньги, вы что-то купите, вы сможете к Мерседесам относиться как к хорошей вещи, которую Бог помог придумать людям. Но не более того, вы не будете порабощены ею.
Вот сколько раз вы замечали за собой, что надо что-то купить, вам сильно этого хочется. И вы можете целый день провести за компьютером, выбирая, подбирая, читая отзывы туда-сюда. Вот это тоже ненормально. Это тоже относится к мышеловимству. Это тоже относится к тому, что, с одной стороны, это правильно. Если вы в течение там этих 3 часов вспоминали про Бога, просили Его: «Господи, подскажи, вот нет денег, хочу купить подешевле, но чтобы все-таки послужило мне верой и правдой эта вещь, помоги мне, помолюсь, я почитаю, помолюсь, про Бога помню, как-то еще ищу, вот ладно». Но у нас чаще всего происходит по-другому. Мы просто утыкаемся и думаем только об этом, про Бога забыли. И мы полностью порабощены вещами. И, как говорил один святой, мы молиться не можем. Вот те люди, у которых мозг привязан к вещественному, к земному, ты встаешь на молитву, ты вроде обращаешься к Богу, к царю царей, пора поговорить, наступило время, и что ты делаешь? Ты вроде молишься, но сокровище твое не там. Сокровище твое не там, сокровище твое там. И поэтому ты постоянно сбиваешься, проверьте себя, ты постоянно сбиваешься на то, что ты, то, о чем ты думал целый день, то об этом ты будешь думать и на вечерней молитве. Ты будешь думать опять про вещи, про свои вещи. Это глобальная проблема. Это то, что уводит нас от Царства Небесного, то, что уводит нас от спокойствия, то, что уводит нас от свободы. Мы боимся за свои вещи, мы переживаем за них, мы хотим новых, мы завязаны вот на все на это. Мы живем очень часто в каком-то, в максимально таком непросторном пространстве, потому что вот и это хочется, и чтобы это было, и туда-сюда. А у кого-то богатый интерьер, очень красивый, отчасти, может быть, с претензией на какие-то, может быть, роскошные, да, это тоже нас отвлекает от Бога. Вот эта вот внешняя красота отвлекает от Бога. Вы почитаете очень, возможно, они покажутся, вот мне показались очень строгими, суровыми, практически невыполнимыми, слишком монашескими словами. Но это сказал один из моих любимейших святых, старец Паисий Святогорец. И вы прочитаете эту цитату его, он говорит, что даже блюдечки с красивыми вензелями, с цветочками, если женщина выбирает их вот прям, слишком привязана к ним, это уже отдаляет ее от Бога. Он говорит, пусть вещи будут простыми и, надежными, чтобы они там не ломались. Вот. Вот это его рецепт. И это то, к чему, надеюсь, мы все когда-нибудь придем. Но пока мы выбираем тарелочки с цветочками. И наш марафон будет первым шагом на пути к свободе, бытия, к легкости, к тому, чтобы сердце другим горело, сердце другим занималось, и мы были более счастливыми. Вот это те предвыборные обещания, которые я вам даю. И я надеюсь, что если вы поработаете вместе со мной, то у нас получится многого из этого достичь уже даже через пару недель. Но дом станет точно чище. До встречи завтра. Читайте все, что написано, выполняйте задания. И увидимся на втором дне нашего марафона «Две рубашки».